Пацаны, пистолет. Вы поздороваетесь или нет? Здорово. Ой. Всем привет, типа. Поздоровали. В центре видео. Да не, штейр вообще какой-то безобидный что-то. Но он от бедра неплохой. Кто меня тут подстиливает? Ты смотри, как он... А что с ним сделали вообще? Он от бедра вообще какой-то. Да он и в прицеле быстро стреляет. Смотри, как разлетаются патроны. Вы, кстати, заметили, что Ликву темнее сделали освещение? Намного да, темнее. Да. И это отвратительно. Мрачная такая стала. Давайте все дружно. Хотя не надо обсирать Warface. Я хотел обосрать. Передумал. Вот я захожу на PvP, а у меня урон не проходит. Вот я такой задаю себе вопросом, а почему? У меня 4 палки, у меня почти 100 стабильных FPS. У тебя владюха урон не проходит, ты смеешься? У меня вообще урон не проходит. Я тебе говорю, у меня фигово урон идет. Сегодня так, Серега, он же сказал, подожди, он сказал, что у него 4 палки. Я сегодня твое видео с Юзасом смотрел, у меня урон не проходит. Ваншотит такой с Юзасом, у меня урон не прошел. Ты че, батя? Юзас есть Юзас. Либо 5, либо красный. Ну, красный. А вот желто пингера просто так нагибает, я охереваю. Ну, не знаю, у меня чувак в друзьях есть. Еле на PvP бота убью, на PvE бота убивает с красным пингом. Не, ну красный. Не перестреливает. Он вообще, он такой с ботами, я не знаю, там. По тактике сражается. Я за шапку вот эту. Все свои варбаксы отдам. Ну почему? Ну блин, я даже не знаю, куда встать, встал на центр, прибежал. А что там, кстати, ПТС, короче, там этот ПТС вели или что? Ну да, там типа фиксы очередные обновы. А что за пушки вели? Багов. Ничего не вели? Нормально. Не, пушек нету, только бади фиксят. Они же обещали, что самое забавное, там типа активным тестерам скины выдать и вот этот донат новый. Тестерам? Так, если найти какой-то баг, дадут скин? Нет, там надо что? Сыграть, короче, 10 матчей на PvP. И среди тех, кто сыграет эти 10 матчей, разыграют вот эту всю херню. А это возможно вообще сыграть там 10 матчей без вылета? Ну, хороший вопрос. Я не знаю, я даже не ходил, мне не интересно. Я тоже еще даже не качал. А потом администрация начала это все исправлять. Давай сломаем систему, скажем, что Warface классная игра. Warface игры лучше нет. Да. Это как Вэйл, короче. Warface очень хорошая игра. Я вот в нее очень часто играю. У него полгода уже ромбик. Или что там у него. Я в нее очень часто играю. Меня это так убивает. Когда какой-то бомжара рассказывает, вот как он играет, да? Как вот там обзор на пушку делает. Боже, меня это смущает просто. Я не знаю почему. Да, обзоры двухминутные на пушку. Нарезка двух фрагов, а потом это выкладывают в официальную группу. И говорят, тут Вейл такой опасный, Вейл такой скилловой. Пусуны, спасите меня. Меня насилуют тяжелые пехотинцы. Мы ему поможем. Я самый слабый, я сдох на третьем этаже. Пацаны, давайте тактично играть, что-то мы сливаемся. Не, Владюх, я понимаю все, конечно, это наглость, пацан. Чё-чё? Не нагло так стоять перед дверью и чисто воровать враги? Нет. Оставьте мне центр хоть раз, а он прибегает сюда, сдержите его и забирает просто все мое. Шапка. Как-то надо отделить территорию. Серега. Ну отлично. Чё ты молчишь? Чё молчу? Что, вас перебивать, двинь какую-то речь. Давай. Warface, отличная игра, урон по ботам, прям шикарно идет. Все, Владюха, я хотел сказать, спасибо. Правая, свободная, и ты можешь туда пойти, но, к сожалению. К сожалению, там уже... Да. Там знак. Сейчас помру. Блин, никогда не любил пистолет, у которых нет прицела.
просто неуместен стрелять. Ну тут я тебе говорю, тут разброс сделали. Раньше ж вот этот Стейлер, Штайлер, он получше был с бином. Да, ну классно. Сейчас он какой-то сочный вообще. Пробуй по одной пульке стрелять. Смысл одной пульки? Не думаю, что у меня настолько интернет лагает. Че, закрыли китайский Warface? Да, 5-го что ли числа. А за чего так? Он вообще не работает? Или только для нас? Да там работает? Он говно ссаное, там читаков, не знаю, там все с этим, с антиотдачи гоняют. Нам вообще похер на игру. Ну, китайскую Warface. Разор мозголома сделал, на топ-5 отправь ВЛ. Обязательно. Кстати, странно, что еще никто не сделал топ-5 фрагов там на ПВЕ. Давайте. Ты можешь быть первым основателем этой рубрики. Нет, я топ-5 не занимаюсь. Хотя нет, у меня был топ-5 российского оружия. Я к 9 мая делал. А, что-то видно. Это было одно из немногих видео, которые запостили в официальную группу. Да ладно. Ну, в видеозаписи, правда, а не на стену. Я думал, на стену, нифига себе. Кстати, мне я видеозаписи, слышь, ты загляни в видеозаписи. Туда и посмотри, что там за видео вообще. Я недавно там смотрел. Там просто пиздец какой-то лютый. Там как чувак выбивает с одной коробки тайп, например, ролик. Ну просто какой дегенерат запостил эту херню. Азот, наверное. Азот, по-моему, тоже уже его поперли оттуда. Там какой-то левый сейчас чувак совершенно и занимается этим видеозаписем. Да, просто такую чушь. Если раньше хотя бы, ну что-то иногда было нормальное, теперь просто нудное. Обзор на новую пушку от Вейла. Она на стене, кстати, всегда. Не знаю, я вчера видос снимал, типа про это упомянул, мне написали в комментах, что его смотрят 1500 человек. 700 я когда смотрел. Я поржал. 3000 сегодня смотрел. 3000. Меня на моих стримах больше смотрят. Я не понимаю, что там интересно смотреть, там они просто сверху показывают, как кто-то играет, тебе бы от первого лица показывают. Типа комментаторы классные. Куда мы без статника? Я не представляю комментирование OpenCup без статника. Да-да. Как он микрофон держит, это вообще изи. Или как он бородку свою начухивает. Братский-то. Он теперь там где-то в танках или где-то делся? Да, в варгейминге. Не знаю, скоро, наверное, танки в коробках удачи там появятся. Ой-ой-ой-ой-ой, гранату кинул. Что-то в этом нарушил. Ну или в Warface танки появятся. Да есть уже танки, что-то. Не, короче, даже гол не ваншой. Серег, я тебя спасу, Серег. Давай. В контратаке. Саш, на ликвиром последний есть? Да, ты че не знаешь. Ой-ой-ой, там разорок пинают. Да, там одна. Вообще все плохо. Пацаны, вы че, мы сейчас сольем? На патроны. Держи патроны. Я буду лежа отбиваться. Ой, вот такие бомжи. Лол, не ваншот, реально в щита. Дойдем. Ну сейчас этого добьем. Нифига у тебя хилится быстро, слышишь? Ну, у меня шлем и броник вот этот новый, который боевой, который быстро регенит. Слышь, подожди. Шлем, получается, лечит, наверное, как 25% аптечки, да? Со скоростью. Да хрен знает. Даже я, быстрее, честно это, говоря, не засекал. Так я сейчас на тебя навел, у тебя прям, знаешь, так видно, как поднимается быстро так, ХП. Не, ну шлем быстро лечит. Я думаю, корона еще быстрее должен. Не быстрее. Не быстрее? Кстати, вчера на паблике играл с этим, с Ктаром. Это вообще просто невозможно. Коронный шлем, 2 патрона. Охренел я просто. На средней дистанции. Это получше, чем антихэп. Да не сказал бы. Нет, что, не лучше гонишь. Если ты в голову попадаешь, он убежал, отхилился. Еще раз давай, 2 раза. Наверное, эту тему снимал там. Его даже Скар не пробивает. Да? Тайп тоже, да, не пробивает. И Тайп, и Скар даже не пробивает коронный шлем. Альпина пробивает? Не, ну Альпин-то понятно. Пистолеты тоже все. То есть, самое забавное, что там даже вот этот аккаунт Warface, который админский,
отписался, что типа так и есть. Не, первый раз отписались админы под роликом. А на тебя подписан этот канал? Я не знаю, не смотрел. Да вряд ли у них, наверное, скрыты подписки. Не, в смысле, у себя в подписки заходишь и по популярности смотришь, кто на тебя подписан. Чё, кто кинет первый? Кидай первый раз, сказал. Да. Ну окей. Наверное, надо было инжа взять и вот этот броник, который патрон дополнительный. Я чуть не подумал. А мы чё, не... Я думал, 5 штурмов идём. 5? Медика взял бы, блин. Где ты пятого увидел? 4. В принципе-то пофиг, кем идем, по сути. На пистолетах все равно. Главное, что, да, на пистах. В принципе, в 4 ножа пройти можно. Нет. В принципе, можно. Дым слепо, наверное. Нет, нам просто курс спрятаться от верхних и резать нижних. Щитонос там будет проблема жестко. Щитонос вообще апнули, блин, сильно после, по-моему, прошлой обновы, когда они стали защит прятаться и сидеть там по минуте. Не знаю. А у меня бывает так багается, он не стреляет в меня, но за щитом сидит. Вот он, но он сидит долго там. Это не баг, это новый искусственный интеллект. В исполнении разработчиков Warface. Так он сквозь щит стреляет. Я когда бастион проходил, когда 71-й качал, он постоянно засядет за свой щит, и как его убивать? Самый веселый момент, когда за щитами ЛЦУшники становятся и слепят. То есть их как бы никак не достанешь, они дамажат. Или когда ЛЦУшник через всю карту, через дома, через все слепит. Да, 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 бежишь, да, да, тебя слепит. Не веси меня, он бесполезно. Чего, не будете кидать? Да нет. Мне вообще пофиг. Вы не мечтаете набить 10 тысяч гренадеров? Я чуки вообще никогда в жизни не тратил. Серега уже отмечтался. Кстати, чего вы поставили на ШТР? Ничего. Ничего. Чё, у него легкий глушитель, давайте поставим. Штык. А почему огненный гаситель не ставится? Потому что это редкая категория. А пламегаситель где? А не, это даже обычная категория. А пламегаситель в редком. Раньше у него отдачи вообще не было. Прицель стреляешь в одну точку. Вот на тренировке или обучении а, у него... Подожди, а глушитель отдача для пистолета разве тоже не в редких находится? Нет. Посмотрите, ты уже забыл. Так, чё, надо как-то распределиться, кто мосты, кто центр. А, короче, ты будешь центр. Кому патроны, сразу говорите, не пикайте мне под глаза, просто скажите ТС. Серег, ты стрим запусти, скажи, сейчас пройдем. Так в смысле, не я же стримлю. Ну, скажи пацану. По через час только стрим будет. Нафиг тебе вообще какому-то пацану, у которого 500 подписчиков, сидеть ему на стриме? Да мне вообще пофигу, мне этот пиар, я тебе говорю, мне пофиг. Я рад помочь развить молодому ютуберу. Мне не жал. Патрончики бы. Я же с этого ничего не потеряю, правильно? Там какой-то ДЦПшник тебя позвал, такой, да, давай видео запишем там. Ну конечно. Не, ну он же нормальный пацан. Я дым кину, что ли, в лифт? Не надо. А я уже кинул. Ты не в лифт дым кидай, ты в них дым кидай. Нам пулеметчик обоссано. Все плохо. Что-то все печально, реально. Что-то мы какие-то вообще... Не, надо было, наверное, диглы катить, брать реально, питоны. И мы просто время потеряем, и не... по дальним она вообще отстойно стреляет. Нет, если за столом проходить, блин, конченый этот прицел. Может, за столом тогда будем проходить? Да налево можно просто пойти, там вообще изично. Просто 9 патронов в тело.
Пошли на правую сторону, станем там под этот, под мостик. У меня сюда же встать? Я просто давно не проходил без лифта. Там еще под этот становится, под мостик, и тогда он не стреляет, говорят. Верхний. А-а-а. Первую дверь отстреливай. Первую легко. А чё 15? Лифту же? Просто ЛЦУшник чуть-чуть меня не убил. 15-й, да хрен знает, посмотрим. Это что было? Они гранату кинули. Так это ж под ствол был вроде. Они под ствол кинули. Помоги Владюху убить этого отцу. Владюх, толкни какую-нибудь речь, ты же умеешь. Я? Я вообще сижу, пятку чухаю. Как ты там полы рассказывал, как кто моет в этом мейл. Кто-кто? Как кто полы в мейл моет, а в мейл. А, чувак, который тебе... Который, ну, типа, я ноунейм. Не, ну они тебя знают сказать. Ну, как знают, меня знаешь, как когда я видео записал, где я, короче, понял, у меня видос был, короче, я... Я не помню, что там сказал. Я, то есть, обосрал что-то из админов кого-то, я не помню. И, короче, мне пишут такие, типа, удалите видео. Ну, я такой, типа, что я буду удалять? А, короче, случай был, когда ж мы группу забанили ВКонтакте, помнишь? Угу. И, короче, я пишу ей, типа, ну, знаешь, там на форумах мне сказали, вот можно связаться вот так вот с администрацией Warface, да? А я пишу на форуме, общаюсь с вот этой вот Женей, баба. Короче, Женя. И такой, типа, можно, поможете мне восстановить группу? Она такая, извините, нет, не поможем. Я такой, типа, вот я занимаюсь ютубом, там все дела. Она такая, нет, извините, мы, типа, бессильны. Я такой, ну чё вы, типа, ну, начинаете, вы же там знаете меня, все дела. Ну, короче, написал такой, знаешь, душераздирающую поэму в ихнюю сторону. И она мне такая пишет, типа, ну, есть одно условие, если, конечно, вы его восполните, то, типа, я помогу. А напишу ВКонтакте там, ну, вот этим вот разработчикам, типа, и вашу группу разбанят. Короче, пожелание было таково, удалить два видео с Ютуба. Одно видео, где я с Фамосом играл, но я там, я не знаю, что оно захотело, там я просто, ну, зажимал с Фамоса и все. То есть у меня проклик стоял и было слышно. Может, помнишь, Димон, видео у меня было? Да у тебя столько видео было, что я не помню. Может, смотрел, но не помню. И она, короче, такая, удалите, типа, видео. И еще там одно видео было, там 100 чем-то тысяч просмотров было, я с старым играл. И она попросила второе удалить. Ну, я удалил, она вот все сделала. Я даже понятия не имею, зачем удалять было его. Ну, может, я там что-то не то сказал. И они потом после этого говорят, что они не смотрят мои видео. А видосу тому было более, ну, где-то месяца 3-4 на то время. Не знаю, то есть я оно думаю, уже достаточно старое было видео. Да. Вот в первую очередь, вот наша аудитория в Арфасе, да, она по большей части прислушивается к мнению вот, нас, ютуберов, да, там, таких нормальных уже состоявшихся, которых там 70 тысяч, 80 и выше подписчиков. Чё меня унижаешь? Да я не это имею в виду, ну то есть... Ну, которых знают, знаешь, знаменитых, которых просматривают там, Разор, там, всякие вот эти вот пацаны, Доники. Ну, Доник вообще никогда кривого слова в сторону Warface не говорил. У него урон не идет на видео, он говорит, да это я кривой. Ну, было нормально. Патрончики дайте. Сейчас, погоди. Походу, мы сейчас сдохнем. Благодарим. Пойду на свою позицию. Ты вообще жестко задротишь? Я? Азар. Да нет, ну я тебе говорю, я захожу на два марафона, 3 часа, да? И все, и выхожу. Я в последнее время Ведьмака гонял 2 недели, поэтому мне вообще не до Варфаси было. Да. И чё, как Ведьмак? Ну,
Зашибись, Ведьмак. Очень хорош. Мне понравился. Я его допрошел просто вчера. Играл? Не, ну почему? Я прошел. Я еще GTA 5 не могу, ну да, 2000 рублей купить. На пиратке играю. Пираты. Я не знаю, GTA-шку я даже сингл не прошел, она мне что-то не очень так доставила. Ну не знаю, пятая, кончали, пятая GTA, вообще там будет мощно, офигенно. Ну, да, ты чё? Только вылетов столько у всех. Да, это... Вон Серега попал в список тех, у кого вылетает. Ну ладно, еще комп дерьмо был. Вообще компьютер обидно. За 200к, GTA крашится. Вообще обидно, блин. Давайте у кого-то джагу еще шлёпнем. Компьютер, да. За кого-то компьютер за 10 тысяч. У меня все нормально с GTA, ну у меня правда пиратская. У меня сюжетка тоже не вылетает. Мне чтобы зайти в GTA нужно, короче, задним числом. Короче, нужно ставить дату задним числом 19 апреля. Либо у меня не заходит GTA. Драгу убивать будем? Давайте убьем. Может с обычных пушек, без пистов? Без пистов, не вообще не доставай обычно. Ладно. Да нужен он нам этот джага, тем более его так пофиксили, что только в спину можно стрелять. Да вот именно, его сейчас хер убьешь. Даже с обычного оружия, а мы, блин, с этих пуколок. Жесткий такой фикс джаги был, я офигел просто. Он еще когда куда стоит на месте, слышишь, начинает крутиться влево-вправо, это вообще невозможно попасть. Не, это все-таки считается за босса, он какой-то раньше бомжатский был, так что они в принципе все правильно сделали. Это же типа мини-босс какой-то. Ну я не знаю, блин, сейчас порой разбираешь больше, чем Верт или Грома. Серега, патрончики. Молцу. Я бы забил, на самом деле, меня. Да, кому-то нужен в ачивку сейчас? Не. Не, нет. Так, по ачивку 25 или, не знаю, там, в 500 с писта. Писта, 500, 500. Ну, блин, не знаю. Гоните, мы сейчас час его убивать будем. Вот именно. Нахер он нужен? Сейчас только лифт загорится и убегаем сразу. Единогласно, да? Ну достаньте свои зимние пушки. Ой, разор сдох. Ё-моё. Главное не слить-то. Пойдем налево, разок два, сядем. Уж от, я буду мостик отстрелять, если сзади. Там отстрелял, там сзади. Да вон ты где-нибудь здесь сядь, только смотри, чтобы по нам не стреляли вон тебе. Вон там, конечно, сзади, смотри, вон дверь, видишь, вот с нее стреляешься. Разор, ты с Москвы, да? Или откуда? Нет, я с Поволжья, с Саратова. Если бы я был с Москвы, я бы, может, даже на эти все опенка походил, поугарать чисто. Тебя бы туда пустили? Вопрос, конечно, интересный. Я думаю, на первый раз бы пустили, а потом уже. Слышь, Разор, ты лучше ложись, не стой за это, я не разобью сейчас, если будешь стоять. Да блин, я не вижу эту херню, понимаешь? Дверь. Поехал бы я на Open Cup, чё бы мне вот сказали? Так, да, смотри, ложись просто вот тут, вот смотри, вот так, ложись, вот так. Прям вот тут, так, смотри, типа, что... да? Да, потом встаешь и убиваешь то. Какой-то мячик. Ну, я понял. Владюх, тебе нельзя на Open. Не знаю. Меня там убьют. Мне только, знаешь, на личном бронированном джипе надо приезжать. Как президент такой приедешь? Да. Охрана там всех проверили, ножей ничего нет. Пистолет. С мобильником Open Cup снимает. Ну они же там специально, типа, там вот это вот пиар, там типа Open Cup, там, понял, как Мишаня там сделали, как этот Доник, типа такого, или кто там делал. Да, короче, много кто делал. Да, много кто делал.
пиару подкапа. Вот турнирная игра, играете в нее, поедете на LAN в Москву. Киберспорт, есть возможность да. выиграть сколько там, 60 тысяч на Орлёва, по-моему, получается. Если первое место, если там третье, то 20 тысяч. Задротить несколько месяцев ради 20 тысяч. Чтобы попасть на LAN, надо жить в Москве, наверное. Да. Там же еще поездку оплачу. Я гостиницу, говорите, оплачу. Если я буду с Украины ехать, мне вообще там полмайру надо продать, чтобы не оплатили это все. А Сереге, представь, с Хабаровска. 7 часов лететь. Вообще, мейл весь продать надо. Ну, они ж меня на поезд посадят, я 7 дней к ним буду ехать. Я на маршрутку посадят. Вообще ништяк. Как раз, слышь, за месяц выйдет. И скажут, бензин сами оплатите. Гостиницу там тебе купят, одну звезду какую-нибудь оплатят. Мотель. С тараканами. Они будут тебя дошираком кормить. За двадцатку. А потом зато на опен попадешь. 14. Пошлите налево, может? Да, пошли налево. Он, да, налево получится. Ну, вы меня координируете, я просто проходил, только в лифте, все. Ну, положись на 18. Тупо ложись и отстреливай. Оставьте 14, мы уже боимся. Что будет на 15? Вот ну, тяжело отца убить. У меня 9. Просто, я не знаю, обоймы не хватает, чтобы ЦУшника убить по телу. Нереально абсолютно. Куда ж? Мы сами себя осложнили. Да ты представь, если бы мы пошли с этим новым пистолетом Рина или как? С Браунингом. Не, ну он бы, кстати, пободрее был. Не, ну с Браунингом это вообще была провальная идея. Я думаю, мы бы уже спили что-то. Там не ваншот с двух патронов, да, в голову или издалека? О, бота. Я думаю, он в принципе не способен убить кого-то издалека. Да, а так он-то что, нормально. Помогите мне, сейчас щит будет бить. Меня. Владюх, он почувствовал, что ты на Warface гонишь. Смотри, смотри, прям на тебя все щиты бегут. Мейл на тебя натравил щит у нас. Флешки можно заюзать, гранат флешки. Не кидай все, нифига ж не видно. Владюх, поваляйся. По-братски, брат, подними, брат. Я живой. Да, блин. Давай, разор весь ЛЦУшник, давай. Да я просто, я их, не знаю, царапаю своими пулями. Будет забавно, если они сделают ботов, у которых восстанавливается хп. Бот, ты нажимаешь, понял, у него хп регенится. Неубиваемый бот. Кто-то там вообще когда-то двигал речь по поводу зомби-мода. Что это вообще такое? Ну, я когда-то слышал, там кто-то говорил, типа, будет зомби-мод. Ну, мы... Ну, Доник, во-первых, снимал какой-то ролик по этому поводу, потом мы с ним еще снимали на эту тему. Ну, там у китайцев он планировался, но они его не доделали, походу. Warface закрылся. Походу. Да. Ну, а у нас вряд ли он будет уже когда-либо. Турмовики, давайте бачи боковые стороны отстреливать. Я вас хилить буду. Какая разница? Не, ну я могу сторону взять. Центр, смотри, разор. Тут дым нет. Вообще, вот эти гранатометчиков вообще не трогайте. Да, да. Да. Все ПВЕшные, что ты, блин, раз говоришь. Кто ПВЕшный, у меня ноль. Ноль дней без ПВП? Ничего. Кстати, когда, интересно, они вот эти вещи ведут на то, чтобы статку обнулять?
Сказали, не будут вводить. Были. Боже, я убил. Написали на форуме, что не нуждается. Я у него спросил даже на стриме, он сказал, что типа не выгорела тема. Она же не за кредит. Какая-то. Или бы лучше повыехать. Ну, это, мне кажется, это не прикольно будет абсолютно. Не, ну просто в любом шутане такая херня есть. И считай, она ничего не мешает, и за донат будет нормально продаваться. Я не вижу смысла, почему ее нельзя вводить. Ну он за варбакс ее поставили сначала. Не, ну за варбакс это для теста. Если бы за кредиты поставили, то да, выгорело бы. Ромбики сразу бы потянулись, у которых 0.20 тота. Чего они бы себе еще хуже, наверное, стату сделали? Ветераны. Почему? Отлично. Я бы тебя резнул, Владюк, зря. Зачем? Можешь снять эту херню, я думаю. Да не надо. А надо, ты че? Разора убил тут. Разора не убил никто. Нет, еще. Да, меня еще никто не убил. На этом этаже. Кого убил, Грани? Меня и Владюк. Нет. Двоих вот сразу. Вас это, вот вас и... Ну, вот теперь вас двоих сразу. Снимайте гранатометчиков, зачем? Все, тихо, тихо, тихо. Время, боже, еще 30 секунд не прошло. Да кто так умный? Великолепно, а слепо. Ты... Просто. Да я случайно его. Спасибо. По бокам сядьте просто, пацаны, по бокам. Давайте задымим все лучше и все. Я сейчас надо было инжа брать, полюбасу инжа надо было. Дюх, по мне не стреляй, пожалуйста. Я не стреляю, снайпер там. О, вот это вообще движ, смотрите, задымили и все, не паримся. Да тут ты столько дымишь, у меня аж 40 фпс стало. У меня аж графон глючит, тут типа красный и синий дым. Мерцает. А, все, меня вырубили, нет знаков. Затащите, пацаны. Затащи. Серега, у тебя есть знак еще, нет? Да, еще два. Нет, один. Ща резнусь на последний. Помогите, я, похоже, сейчас умру, да. Нифига, как он тебя не взорвал, слышишь, прям в тебя попало. Магия. Подписчики скажут, что бомжи, с майки юзайте. Пусть попробуют сами пройти. Ты что, гонишь? Они могут пишут, за сотку. Пишут, проведи меня, лику. За сотку. Кстати, есть же ролики уже прохождения в одного. Не, я не видел еще одного. Я видел одного, да, есть. Ликву? Да. Смотрите, может туда налево, слышишь, направо. Щитами разве что? Налево, пацаны, вы че? Нормально. Не, там снайпер. Только снайперы еще наверху. О, не ваншотит голову, отлично. Роман, че, не ваншотит. Вы как хотите, что? Я здесь останусь. А как вообще можно пройти ликву в одного, в одно рыло? Это как? Ну там пацан. Сейчас попробую резать, подожди. Подожди, не резать, может. Че там пацан? Че там пацан? Пацан с сиксом проходил, и его, короче, там забили на 18-м, прям в конце, когда у него уже запор появился. Я вот этот только ролик видел, но я думаю, боже, что в принципе есть такая вероятность. Давайте соберемся как-то кучкой, это уже знак взял. Как вас убивают вообще? Встаньте в центр. Снайпера убивают, снайпер бьет. Снайпер долбит, зараза. Так больно бьет еще. Встаньте в центр, я тебе. Боже, у меня осталось два знака. Что-то мало. О, нифига себе. Так, чё, как ляжем на 17? Сейчас тактику разберем. Ну, с головом с этого сделал. Да я просто, я вот добить хотел. Интересно, не бери знак. Ай, дурак. Крыса меня в спину. Снайпер с полуавтоматикой зажимает. Кстати, это же снайперка есть, да, по-моему, в этом в игровом магазине? Ну да, это КБУ, которая. С ней кто-то играл вообще? Она на ПВЕ ваншоте, да, я набил. Она неплохая, у нее там дамага много, по-моему, 210 или что-то в этом роде. Да, 210. Это вообще на пабликах я не вижу уже больше полгода, наверное. Не ПХП. Да, без проблем. Так она же с варбакса на время. Ее берут, набивают и забивают на меня. Ачивка классная, кстати.
Залегло вот мало дают. С мегавипом часы 15. А, 15 уже? 10 же вроде давали. А, нет, это мы обычно проходили, ошибаюсь. Ой-ой-ой, Серега. Тащишь? Не знаю, у меня... реслс. Лучше реслс. Так, ну тактику мы нихера не обсудили. Так, ну, я в пуфике во второй лягу. Ой, я надеюсь, это у меня второй знак, лягу... нельзя взять. Назад. Или я тогда лягу с медиком. Там, я где штурм лежит. А вы вдвоем, наверное, должны сзади лечь. На пуфике что? Охренеть. Гоните, что у меня знака не было, я не мог сходили, блядь, никуда. Шли двое просто... сзади, да. Прошли просто, у нас у всех выкинуло, удалилось тогда. Понятно. Там запись оповещение. Залагала. Оповещение просто вылезло, что там идет да, игра, да. Мы быстро ливанули, пошли. Не, да-да, мы смотрели, пошли, короче, все улетели. Владюх, может, со мной ляжешь? Давай. Ты сам что-то не сможешь? Ты мостик отстреливай там. Или давай дверь отстреливай, мостик будет. Дверь отстреливай, мостик будет. Владюх, дверь отстреливай. Окей. Ой, у кого там самолет летает? Это у меня самолет, я ничего не могу с ним поделать. Ты там крик неудачного там полета вообще. Ну, да. Они у меня постоянно улетают Америку бомбить. Ты что, на военной базе играешь? Ну практически, я рядом с ней живу. Самолеты дальней авиации. Я херня. Поэтому довольно шумно бывает иногда. Сидишь такой часовой видос, монтируешь. Вертолетик пролетает. Не, я просто закрыл окно, но у меня плюс 30, я умру тогда. У тебя солнечная сторона? Закрыл. Да нет, у меня в принципе плюс 30 в области. И это жарко. Очень жарко. У всех тепло, кроме. Похекай, попей водички. Собаки хекают вот. Я тоже хекаю иногда. Чё делать хек? Я херню какую-то сказал. Хекать. У меня такую херню сморозил. Офигеть. Ну, я дам тебе патроны. На 18 я этот наперед. Это на меня Warface дурно влияет, надо пойти уже поспать, что ли, я не знаю. Я тоже сегодня в 5 утра так колю. Да, я сегодня вообще так поздно лег. Да не, я в 3 приехал домой. Да, где-то в 4-го, 5-го лег, не знаю. Не, МК все-таки хорошая на дальнюю дистанцию, слышишь? Нормальное оружие. Вы что, угораете, что ли? Там бомбят. Лево. Бегу патрон давать, они себе патроны сами дают. Когда уже, блин, этот этаж закончится? Соберитесь, солдаты, он сказал. Отлично, слепо. Просто офигенная. Просто. А тебя что, ослепило? Так я же ее закинул далеко очень. Ну, меня ослепило. Когда сделают уровень сложности на ликвидации, чтобы без знаков там пройти. 20 тысяч опыта. Нафиг. А, пройти. Все равно 30 тысяч. Владюх, ты забыл эти лифт? Упасть можешь. Чё, понятно. Как встанем-то? Я вперед лягу. За эту встанешь, Разор? За колонну? Да. Давайте. Владюх, впереди тогда ложись. Я сзади пойду, уходу. Мне нравится сзади ложиться. А Серега там лег?
Только что-то он далеко как-то лег, Серёга. Ладно. А поближе немножко. По-моему, не тот этот, вот этот клумба. Да, немножко далеко ушёл. Не туда лёг, а я, короче, тут полю. Да нет, там тебя убьют. Там будет Владюхе тяжело. Ща тогда. Ему там два портала надо держать тут. С эмкой. Такими щитами-то. Да вот они сложно. Больно бьют очень. Они больно бьют и, блин, сидят по минуте за своим щитом. И ты только от них прицел убираешь, они достают свою эту мини-УЗИ и зажимают. Я вообще могу только просто туда зажимать на удачу. Гранату, давай туда закидаем гранату. Чувствую, как патроны быстро кончают. Прокликом стреляет? Это что за баг такой? Достаю гранату, у меня обратно оружие само остается. Теперь установлю игру, наверное. Ой. Владюх, ты чё без клана-то? Я синил бомжатский стил какой-то, стил КВ вышел. Такая очередь разлона, давать патроны, побежал. Да я сам себе дам, в принципе. Можете не волноваться. А, так ты штурмовик? Мы все штурмовики. Нет, он медик. Да? Да по скину, если честно, фиг узнаешь, какой-то скин новый. Аврор, ой, меня щит уронил. Помоги, Розар, сзади, лево. Отлично. Бомби в эту херню, да. Он просто вышел сразу, прям побежал на меня, урод. Кстати, щит у меня где-то 25% хп с одного удара снял. Вообще, да, забыл, что я хотел сказать. Серёга, хотел какую-то мысль, блин, забыл. Вообще, ну, дальше чё? Ну, просто вообще. Вот именно вообще. Пошли быстрее. А то за 60 минут не пройдем, опыта не дадут, как раньше говорили. Фиксанули, да? Я просто не хочу больше щитов видеть. Я устал от них. Ну, давайте последний таз со штырами. А у меня дальше штыры, последний у меня таз Лина. Сольем. Давай. Как вам идейка? Хорошая, кстати. Да, перепрыгиваешь, обратно закидывают. Надо на медленном бегу. Эй, кто забрал мне РПГ? Ого, тут. Владюх, ты один, тащи. Ой, я умер. Там еще бота остались, ни хера. Димон, держи гран. Спасибо. Чё, отдай, брат? Спасибо. Ты с моя граната вверх полетела, это как? Граната. Посмотри, где дым. Полетел на вверх, крыше. Только граната, да. Моя полетела. Гравитация отключается в лифте. Ну да, Серега, про, смотри, какое звание. Нафиговое. Что-то скин такой страшный, слышишь? Не, ну это, в маленьком значке, не очень выглядит. Ботинки, кстати, на элитные похожи, мои. Только они не элитные. Да, к сожалению. Что, хоть попрощаетесь, нет?
Прощайся, Серега. Всем удачи, всем пока. Ждите новое видео у меня на канале. Охренел, пропиарился.